Даже находясь сегодня в рабочей поездке на национальной агровыставке в Москве, он поблагодарил педагогов за их нелегкий труд. Результаты в сельском хозяйстве, в целом в экономике нашего региона, в общественной жизни, да и просто в жизни каждого, невозможно без людей, которых мы называем с детства, знаем с детства, это наши учителя. Сегодня день учителя. И, конечно, это люди, которые безгранично преданы своему делу. Я говорю про учителей от самых маленьких сельских школ и до самых больших городских гимназий. Они на самом деле преданы своей профессии, а профессию сделали смыслом своей жизни. В этом году впервые за историю Краснодарского края звание лучшего учителя России завоевал кубанский преподаватель. А 13 региональных школ вошли в топ-500 школ страны.